Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Для вас встречу сегодня комментирует Сент-Этьен. С первых минут выпустил следующий состав. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер избрал весьма любопытную схему. Главное, чтобы единственный опорный полузащитник не проиграл весь центр поля. Первый тайм начался. Хорошо, он с мячом вперед идет. Переходят они в атаку. Нет, таким ударом его не пробить. Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Для вас встречу сегодня комментирует Сент-Этьен. С первых минут выпустил следующий состав. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер избрал весьма любопытную схему. Главное, чтобы единственный опорный полузащитник не проиграл весь центр поля. Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Для вас встречу сегодня комментирует Сент-Этьен. С первых минут выпустил следующий состав. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер избрал весьма любопытную схему. Главное, чтобы единственный опорный полузащитник не проиграл весь центр поля. Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Для вас встречу сегодня комментирует